Здравствуйте. В эфире программа «Городские встречи», в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Елена Блинкова, бортпроводник. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот в паре слов буквально, кто такие бортпроводники, чем они занимаются? Для многих бортпроводники – это небесный ангел, как некоторые говорят, да? А для кого-то бортпроводник – это просто официант. Ну, существует такое мнение, согласитесь. На самом деле, за определением бортпроводник скрывается гигантский труд, гигантский объем знаний, потому что это бесконечные тренировки, бесконечная учеба, а опять же, здоровье необходимо гигантское. Да, это очень ответственная работа у нас. Большая подготовка. Сколько времени прошло перед тем, как вы, скажем так, поступили на бортпроводника и вышли на первый рейс? Сколько шла вот эта подготовка? Конкретно обучение шло 3 месяца. Это вот с 7 утра, как учеба, до где-то 3-4 часов дня, каждый день, иногда даже по субботам, по всем дисциплинам, начиная от техники безопасности, спасательного оборудования, спасательных процедур, заканчивая такими, как продажи на борту, да, даже такие юридическими аспектами, история авиакомпании. Все это входит вот в обучение бортпроводника. Такие специфические темы, как медицина, конечно, принятие родов, психология. Конечно, куда без медицины на борту, потому что это замкнутое пространство. Если человеку становится плохо, первый человек, который бежит на помощь, это бортпроводник. Оказание первой медицинской помощи, всему это нас обучают. И роды на борту принимать мы тоже можем. Принимали? Нет, не доводилось. 3 месяца прошло, подготовка закончилась, первый полет, помните? На самом деле, помню только эмоции, остальное нет. Помню, что это была Казань. Все интересно увидеть вживую, потому что обучение обучением, ты это все не видишь, не слышишь, как это вживую происходит. А когда приходишь на борт, все кнопочки, все вот на своих местах, все надо проверить, посмотреть, как работает. Да, это очень эмоционально ответственно и незабываемо, скажем так. А конкретно какие-то детали, нет, уже невозможно вспомнить, потому что зашкаливает именно вот эта эмоциональность всего рейса. Взлет, посадка, и все, ты потом уже приходишь домой и в восторге от всего происходящего. До своего первого рейса в качестве бортпроводника летали на самолетах? Один раз. Вот я, да, один раз полетела и влюбилась именно в само ощущение полета. Для меня это было прям что-то с чем-то. И когда я видела, как работают бортпроводники, я почему-то думала, что попасть туда вообще нереально, что это как-то все там чуть ли не по наследству передается, да, какая-то такая очень особая профессия, и что из Рязани попасть туда нереально. Ну, как оказалось, все реально. Все на самом деле гораздо проще, если кто-то беспокоится и переживает, что у меня не получится, да это невозможно. Нет, все получится, нужно только попытаться. Что нужно, чтобы стать проводником? Сколько раз подтягиваться? Какую научную степень иметь, чтобы... Главное – знание языка. Английский язык в приоритете. На собеседовании спрашивают именно с него. Здоровье должно быть тоже на высоком уровне, потому что прежде чем приступить к обучению, каждый человек должен пройти медицинское обследование абсолютно по всем специалистам, так как полет – это дело серьезное, это перепады давления, это нехватка кислорода, еще куча всего разного. Как часто летаете? Все в зависимости от наряда. Это может быть каждый день, если какой-то непродолжительный рейс, допустим, в Петербург, в Воронеж, туда-обратно, там где-то минут 40 лететь. Может, такие рейсы каждый день ставить. Если рейс продолжительный, какой-то больше 6 часов, 7 часов, то тут 2 варианта. Либо будет выходной, либо поставят в ночь. Еще какой-нибудь рейс тебе потом. Не угадаешь абсолютно никак. Может быть 2 выходных, может не быть выходных вообще на неделе. Нету никакого графика. А весь мир облетали? Нет. Поэтому у меня есть еще куда стремиться, есть цели. Многие приходят именно в эту профессию для того, чтобы, как говорится, повидать мир. Но повидать не всегда есть возможность. Все-таки это в первую очередь работа. И повидать можно в отпуске в основном. А так делаются рейсы, есть командировочные, но там все равно бортпроводники больше предпочитают отдыхать, чем наслаждаться окружающими пейзажами. А география ваших полетов, то есть вот где были? Ну, в основном это, безусловно, Россия и Европа. Это страны у нас в приоритете. Да, есть направления у нас дальние, Америка, Азия, но туда у меня пока нет доступа, я не успела еще отучиться на широкий фюзеляж. Интересные пассажиры какие-нибудь бывали у вас на рейсах? Ой, вы знаете, каждый рейс
каждый пассажир — это индивидуальность, и с каждым можно найти какую-то интересную тему. Очень много интересных пассажиров. Была у нас один раз бабушка летела, вот лет за 80, наверное. Ни страха полетов, ничего. Вот бывают люди приходят и прям переживают. Она сидела весь рейс, вязала подставочки под кружечки, вот такие вот салфеточки кружевные. И в конце полета она нам всем подарила по такой подставочке. Это было настолько мило. За вами как? Закреплен один самолет, одни пилоты, одни бортпроводники, и вы вот так вот приходите, моете салон. Нет, вот, кстати, салон мы не моем. Для этого есть специальный клининговый персонал, как в нашей стране, так и в других странах. А так, нет, бригады были закреплены раньше, еще при Советском Союзе, но в целях безопасности полета было принято решение, что бригада будет каждый раз разная. Мы приходим на работу и узнаем уже по факту, с кем мы летим, в каком составе, кто у нас пилоты и какой у нас самолет. А бывало ли такое, что попадались знакомые лица среди бортпроводников, то есть с одними и теми же бортпроводниками удалось полетать несколько раз? Да, несмотря на то, что у нас очень большой состав, были рейсы, когда мы попадали с одними и теми же бортпроводниками. Был даже, что командировочные рейсы у нас были с некоторыми. А так вообще вероятность очень маленькая. Потому что 8 тысяч бортпроводников в одной авиакомпании, вероятность попасть очень маленькая. С пилотами еще больше вероятности попасть, так как их не так много. Не 8 тысяч. Нет, самолеты, да, тоже повторяются, самолетов еще меньше, поэтому у каждого самолета своя душа, свои особенности. На каждый же борт приходишь и знаешь, где, что, как посмотреть, куда что положить. Вот вам нужно лететь на рейс. Когда до приема пассажиров вы приходите и когда уходите? Как происходит, скажем так, закулисье полета? Мы за полтора часа собираемся еще в диспетчерской, как раз обсуждаем рейс, нам задают вопросы, проверяют, готовы ли мы. И уже после этого мы отправляемся на борт где-то за час до вылета, подготавливаем борт именно в плане не клининговых каких-то услуг, а именно в плане безопасности в основном. Полет завершился, последний пассажир вышел. Что происходит после этого? После последнего пассажира первое, что мы делаем, это проверяем салон на забытые вещи. Проверили салон, а после? Тут тоже два варианта. Если мы летим обратно, мы опять подготавливаем самолет к вылету, к обратному. Все раскладываем на свои места, подготавливаем оборудование, кухню. И готовимся уже принимать пассажиров. Если же это командировочный рейс, тут уже нужно подготовить самолет именно другой бригаде и положить все на те места, где и должно лежать. Те города, те страны, в которые вы прилетаете, вам удается в них хотя бы отдохнуть, на них посмотреть? Или это бесконечный перелет из одной точки в другую точку? Бывает и бесконечный перелет из одной точки в другую точку, когда рейсы короткие, иногда это очень выматывает. Бывает даже два рейса в день, такие как Нижний Новгород, Петербург, иногда их ставят два, туда-обратно, туда-обратно. Это очень тяжело в плане не столько даже моральном, сколько физическом, потому что перепады давления очень влияют на организм, и до конца дня очень подустаешь. Есть рейсы, которые длятся больше 5 часов. Они считаются командировочными рейсами. Мы туда прилетаем, и у нас есть, ну, в основном сутки. Тут либо отдыхаешь, либо, если хочешь, смотришь город. Когда самолет взлетает в воздухе, это целый мир, это, наверное, кладезь историй. Вот какие интересные истории, такие запоминающиеся, произошли вот в этот короткий промежуток на небе? Был один иностранец из Индии, пассажир. Он приезжал в Россию учить русский язык. И просил нас некоторые слова, вот ему, он нам на английском, мы ему на русском, и наоборот. Он вот спрашивает, а что такое слово «вытереть», «вытирать»? И вот мы пытались объяснить ему разницу «вытирать», «постирать», «стереть», «подтереть». Он вот стоял на нас, так смотрел, каждое слово по-разному. И говорит, какой же у вас сложный все-таки язык. Говорит, даже китайский выучить легче, чем русский. Ну да. Ну, с жителями Китая тоже бывают интересные истории. Мы один раз летели в Болонью, в Италию. И случилось так, что из-за непогоды всю Италию накрыл густой-густой туман. И посадка в Болонье была на данный момент невозможна. И было принято решение командиром совершить посадку в Милане на некоторое время, чтобы переждать непогоду и вылететь обратно. И вот, значит, летела у нас группа жителей из Китая, представителей, и они как-то с английским языком не очень были дружны и не очень поняли информацию, куда мы прилетели в итоге. Самолет остановился в Милане, они встали, чемоданчик начали собирать уже на выход. Мы им говорим, нет,
Мы не в баллоне, мы здесь не будем выходить, мы пережидаем. Они стоят, не понимают, что им нужно делать. И вот мы пытались вначале как-то на жестах. В итоге нашелся человек на борту, который кое-как мог с английского на китайский им перевести какими-то отдельными словами вот эту ситуацию объяснить. Они были, конечно, очень удивлены, но ничего, как-то общими усилиями вот объединились с пассажирами и, собственно, всю эту ситуацию мы урегулировали. Благополучно добрались обратно. А, наверняка в полете бывают и сложности. Вот, может быть, какой-нибудь сложный рейс. Ну, сложности в плане каких-то ситуаций, наверное, не было. Обычно это турбулентность, потому что для пассажиров это что-то необычное. Да, мы как работники, мы понимаем, что турбулентность – это обычное явление, стандартное, происходит почти каждый рейс. Но для пассажира это что-то особенное, ну, это можно понять, потому что зашкаливает уровень страха у некоторых, у тех, особенно у кого аэрофобия какая-то. И бывало такое, что приходилось именно какие-то панические атаки успокаивать. Была женщина, которая прям: не отходите от меня, подержите меня за ручку. То есть прям вот даже до такого доходит, успокаиваешь, какие-то слова находишь, что не волнуйтесь, это все безопасно. Но нам тоже нужно и оборудование все закреплять, поэтому мы не можем постоянно 24 часа находиться с пассажиром. Как-то вот всех успокоить надо и уже своими делами по безопасности заниматься. Наверняка есть те телезрители, которые боятся летать. Вот. Что говорите тем людям, которые как раз-таки летать боятся, особенно когда попадают в турбулентность, какая-нибудь такая универсальная вещь? Есть много причин, почему люди боятся летать. Обычно это не страх именно полета, это страх чего-то, то, что случится, что-то страшное. И от таких страхов, вот кроме как на психологическом уровне, избавиться никак. Что может помочь в полете? Может помочь чтение, смотреть какие-нибудь фильмы, сесть подальше от иллюминатора многим помогает, потому что когда рядом ты видишь неограниченное пространство, то, что нет земли, на многих еще это влияет. Берите места рядом с проходом, с рядом можно встать, пройтись, прогуляться, потому что самолет, когда находится в воздухе, нет ощущения, что он летит. Все происходит спокойно. Походил, погулял, поговорил. Даже можете подойти к нам, к бортпроводникам, поинтересоваться, а все ли хорошо вообще с полетом, с рейсом, мы все расскажем. Пилоты у нас все очень опытные, бортпроводники все тоже у нас опытные. И именно если страх какой-то за технические аспекты, не должно быть такого страха. Потому что каждый самолет перед вылетом проходит колоссальную проверку. Не выпустят самолет с каким-то недочетом. Это невыгодно никому. Ни авиакомпании, ни работникам аэропорта, никому. Поэтому именно в техническом плане очень редко происходят какие-то неполадки. А вот как бортпроводник, может быть, на первых рейсах, а может быть, потом, наверняка более старшие товарищи как-то советуют, говорят какие-то напутствия, может быть, перед вылетом. А, может быть, слышали какой-то такой хороший, помните какой-то такой хороший напутствие, может быть, перед первым полетом, а может быть, вообще за... Вот как-то особого какого-то нет напутствия. Есть только одна примета, что нельзя ничего пришивать и зашивать перед рейсом. Вот этой почему-то примете все бортпроводники следуют. Лучше все победить, на булавочку приколоть, если что-то отсоединилось, но зашивать перед рейсом нет такой традиции. А так все обычно что друг другу ждут? Спокойных пассажиров и мягкой посадки. Это самое главное в нашей работе. Чтобы все прошло гладко, мягко в обычном стандартном режиме. 12 июля как раз-таки отмечался День проводника. Что желают бортпроводникам? Бортпроводникам в первую очередь желают улыбчивых, добрых, радостных, спокойных пассажиров. Это делает на самом деле весь рейс. Очень зависит именно обстановка в самолете от пассажиров, с каким настроем все приходят. И мягкой посадки в первую очередь желаю всем бортпроводникам. Елена, добрых вам, хороших, улыбчивых пассажиров. Спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы, хотя много еще осталось. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.